Всем привет, ребята. Продолжаем мы играть в испорченные позиции и спасать их. Gambit more. Да, нет, у нас будет поинтереснее гамбит. Гамбит поинтереснее, чем гамбит мора. Да, самое главное, идем на f4. Сейчас мы пойдем a4. Зачем? Это важно очень. a4, конь a3. Вот такая идея. Хорошо, а если тебе подвернется сейчас форсированный выигрыш? Нет, мы пожертвуем. Например, b5, слон f7 с победой. Но уже не прошло. Да, мы пойдем a4. Гениально. a4 с идеей конь a3. А конь a3 с какой идеей? Конь a3 с идеей где-то конь b5. Почему нельзя побить на c3 сразу? Нет. Мы ждем, пока соперник побьет на... О, какую... Мы не ищем легких путей. Так, все. Сейчас... Ну, почему он не хочет побить на эту пешку, а? Зачем ты изуродовал все фигуры? Я надеюсь, что он побьет на А3. У нас будут красивые пешки. Ладья, можно будет побить? Нет, не побить пешкой. Знаешь, в чем идея? Не пустить коня на b4. Это гениально. Это шедевр. А зачем он вообще побил этого коня? Он мешал ему что-то. Я не знаю. Он хочет два уйти, его можно понять. Нет, его нельзя понять. Короче, все, играй. Я не знал, как испортить эту позицию. Она уже и так была плохой. Мне не хватало креативного подхода. После ферзя 5 нас ферзей поменяешь. Нет, это что-то как-то совсем. Теперь ты доволен? Да даже более чем. Не позиция, а сказка. Сейчас поставим слона на d3, и все. И партия закончится. Угу. Безусловно, да. Пешки ночь. Ой-ой-ой. Угадай, какая фигура в этой партии даст мат черным. Конь. С f3. Прямо он будет стоять на f3 и даст нет, мат оттуда. Нет, ну, в смысле в том, что он придет в f3, да? Да я. Я прав? Да откуда ж мне знать? Ого. Ладья, не страшно. Можно же ее не брать сыграть, конь g5 в промежутке. Да, но А6. Слон D3. Это ход. Все закончилось, да? Да нет, ладья D8, но он такой не найдет. Ладья D8, ой-ой-ой-ой-ой. Симпатично. Придется играть ферзь D8, да? Ферзь D8 это позиция без двух пешек, да. Ой-ой-ой. А, там еще был ход G4 какой-то. После ладья D8. Ладья D8 очень красиво. Наверное. Ну, вообще, это тоже не очевидно, что у белых прям так лучше. А почему у нас времени больше на 40 секунд? Соперник в панике. Минуту 40. Я же в начале партии секунд 30 вроде там. Вот маэстро так и играет. Потом обижается. А вот наши дровишки идут в ферзи. Да. А вот они. Пешка А3 пройдет в ферзи. Давай накинем его время. Мне просто интересно, какая фигура даст мат в этом идее. А4. Ой, опять. Ну опять же. А, мы мат не хотим получить. А стоп, вот сейчас. Ну, Никит, сходи с ферзь b5. Ферзь b5, сходи. Ладья d1 шах. А, ну сначала поставь ладью, потом сходи ферзь b5. Это тонко. Какую ладью куда поставь? Ну, ладью, ну не бей. Зачем ты побил? Я не побил. Ну блин, сходи ладья b5. Ой, ферзь b5 сходи. Ну, ладью взяли. Ты слабый шахматист. Да, наверное. Ну, нужно было... Ну, ты меня понял, нужно было поменять ферзя. Да, я понял твою идею, но она нигде не работала. Почему? Жизнь суровая штука. Это гениально же. Ну, пешку веди ферзи. Вот я веду пешку. Да нет, вон пешку ловите. Иди пешку ферзи.
Опять отвлечение. Веду. Надо всеми фигурами напасть на этого коня. Окучить. Просто взять нельзя. Кстати, я вынужден был отдать твоего коня, так что мат он не даст.